Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня мы посмотрим Иссушителя против трех големов. Друзья, собственно, будет довольно классная битва, и сразу ставьте ваши ставки. Что ж, друзья, один Иссушитель против трех големов. Ну, друзья, я честно ставлю на големов, мне кажется, что они могут выиграть, потому что у них довольно много хп. Что ж, сначала спавним его, после чего спавним наших големов. Так, у нас потихонечку появляется. Надеюсь, факел он наш не сломает. Хотя, возможно, от взрыва могут они лопнуть. Да, друзья, половина факелов, точнее, все факела уже лопнули. Ладно, големы пускаются в драку. И что же, блин, я не так хотел. Собственно, получается уже нечестная битва. Да, друзья, придется что-то менять. Я не знаю, как его туда спустить. Но нужно что-то сделать. Так. Сейчас он их быстро убьет. Точнее, да, друзья, он сейчас их быстро убьет. Так, собственно, у меня появилась одна идея. А давайте им построим лесенку. Так, попробуем. Будут ли они вообще залезать на блок? Умеют ли? Да, друзья, они умеют залезать на блок. Поэтому давайте смело будем строить лесенку. Так. Собственно, давайте перемещайтесь. Нет, придется построить немного побольше лесенку. Давай, давай, давай. Да, друзья, отлично, теперь они доставят до него. Но големы уже потеряли свою силу и потеряли уже довольно много хп. Довольно обидно, но все же драка пока еще продолжается. Собственно, я понимаю, что големы уже проигрывают, но ничего страшного, сейчас мы достроим все лесенки и заспавним несколько големов заново. Так. Ну, давайте уходить отсюда. Ну, молодцы. Как видите, правда, Иссушитель передвигается слишком быстро. И, друзья, это должны маджонки исправить, потому что это слишком быстро. Так, он всех убил, и поэтому мы спавним големов заново. Давайте тогда заспавним две штучки. Если он их убьет, то от трех уже толку не будет. Как видите, у жителей почти полное хп, и убивать, наверное, толку уже нет. Ладно, посмотрим, что сделают наши големы. Так, первый голем. Так, он уже пошел в драку. Получает он сейчас за всех. А, вот этот угол я не доделал. Я думал, он туда не полетит. Ну ладно, наверное, сейчас может улетит, улетел. И что ж, друзья, давайте это доделаем. И этот угол. Собственно, если вы хотите вот такие битвы, продолжение таких битв, друзья, то есть там какие-нибудь мобы сражаются против других мобов, то пишите комментарии, обязательно я это сделаю. И, собственно, если у жителя бьют, но и голема уже серьезно проигрывает. Так, голем не сдается. И что же, друзья, мы попали под вражескую пулю, и нам дали эффект Иссушителя. Ладно. Так, видите, у него хп очень много. И голем, давай, давай. Что ты остановился? Друзья, на них не действует эффект. Нет, действует на них эффект иссушения. И, собственно, он умер. Собственно, исход битвы должен был уже понятен в начале видео. Ну, друзья, вот на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.